Всем привет, друзья! Хотелось бы сказать пару слов о проекте hotel-bit.ru. На сайте давалось каждые, написано, каждые 20 минут дается от 300 до 400 сатоши. Во-первых, давалось иногда и меньше 300 сатошей. Вот вы видите мой кошелек, да, в течение где-то около месяца, наверное, полтора. То есть я нерегулярно им пользовался. Где-то за месяц я набрал минимально рекомендуемую сумму для снятия сатошиков. Вот видите, minimum amount for paid, типа минимальная сумма для снятия 35 тысяч сатошиков всего. Вот на моем счету сейчас 35 440 сатоши. И, к сожалению, кнопку withdraw нажать я не могу. Вот видите, у меня 6 рефералов. Вот смотрите, проверяем. Я ввожу капчу, нажимаю Enter. Вот мне показывает, что я смогу снять следующий сатошек через 18 минут. Но снять сумму минимальную, которую я уже набрал, я не могу. Поэтому этот проект говно. Удаляем его из закладок, забываем. Все, до свидания. HotelBit, пока-пока. Лохотрон. С вами был Кирилл Корниченко. Оставайтесь на связи. Еще будем обсуждать много и много проектов. Удачи.